Чемпионат по настольному теннису провели среди металлургов в Карагандинской области. Главный приз – кубок генерального директора акционерного общества «Арселор Миттал Темиртау». Почетными гостями соревнований стали чемпион мира Азии, лучший юный теннисист 2019 года Алан Курмангалиев и главный тренер национальной сборной Республики Казахстан по настольному теннису Эльмира Алиева. Наш корреспондент Альбина Кумаргалиева расскажет больше. Визит гостей на комбинат начался с экскурсии в конвертерный цех, в котором они смогли лично произвести отбор пробы на химический анализ и замер температуры стали. Таких масштабов производства еще не видели, признается Алан Курмангалиев. Впервые нахожусь на таком мероприятии. Очень впечатлен, конечно, многого еще не понимаю, что для чего там нужно, потому что в первый раз. Но буду со временем изучать, очень поражен, очень интересно. Такие масштабы, много оборудования такого специального. Впечатления великолепные. Именитых гостей пригласили не случайно, ведь в компании спорт не просто любит, им вовлечены практически все работники. Для этого на комбинате созданы все необходимые условия. Это очень важно, думаю, для коллектива, для персонала ArcelorMittal Temirtau, потому что люди должны всегда вести активный образ жизни. Работа работой. Ну, у нас возможность есть в обед выйти, отвлечься, поиграть. Возле фонтана установлены теннисные столы. А у ведущего инженера Ольги Головченко настольным теннисом занимается вся семья. Ну, как бы дома тренируюсь, немножечко занимаюсь. Ну, как бы мы в своем доме живем. У меня получается есть в огороде стол, мы ставим иногда. Вот. И с детьми занимаемся, играем. По итогам чемпионата, в котором приняли участие 37 человек, победу одержал Андрей Вершинин, ковшевой конвертерного цеха. Он получил денежный приз в размере 200 тысяч тенге. Альбина Кумаргалиева, Эльдар Аюпов, Хабар 24, Карагандинская область.